И всем привет, ребята, с вами Хук Фанг, и сегодня я покажу, как поэтапно нарисовать волка. Ну что ж, поехали! Для начала нужно нарисовать основу, на которой мы будем рисовать волка. Вначале нужно нарисовать круг, чтобы было легче нарисовать голову. Потом примерно здесь нарисовать еще два круга. Примерно так. Теперь нужно начать рисовать голову. Для начала рисуем морду. Вот так. Рисуем нос. И вот. После этого рисуем здесь немного ушок, ну, шерсть. И ухо. Вот так. Ну и второе ухо, конечно же. И здесь что-то немножко тоже шерсть. Вот такая голова. Конечно, можно еще немного здесь подработать. Вот, здесь подрабатываю. А это стираем. Вот такая голова получается. Ну, здесь тоже подтираем. И делаем вот эту вот часть уха. И здесь немного шерсти. Здесь тоже самое, только немного по-другому. Потому что ухо смотрит в другую сторону. Теперь рисуем глаз. Вначале вот такие вот две стрелы, как стрелочки. Потом вот получается глаз. Ну и зрачок. И в итоге получается волчья голова. Теперь начинаем рисовать тело. Для начала здесь нужно сделать вот начало шеи и тело. После этого здесь тоже сделать шею нарисовать. И вот так. Сзади немножечко, чуточку подтираем, чтобы все равно было видно линию. И рисуем саму шерсть. Вот так. Теперь рисуем живот. Вот так. После этого начинаем рисовать лапы. Примерно такие. Вот такая лапа получается. И здесь можете еще нарисовать лопатку. Ну, то есть желательно. Здесь рисуем вот такую вот часть лапы. Палец. И коготки. Здесь я нарисую такую вот, что волк поднял одну из лап передних. Здесь палец. И рисуем задние лапы.
еду и вторую заднюю лапу. Ну и здесь, конечно же, пальцы и когти. Вот так. Ну и, в принципе, последнее – это хвост. Ну и, в принципе, такой волк у нас выходит. Только нужно подтереть лишнее. Вот такой волк у нас получается. А насчет раскраски, так вы можете раскрасить, как вам хочется. Поэтому я и не раскрашиваю. Ну что ж, ставьте лайки на это видео, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!